У тебя полный зоб с телефоном, блядь. Это идет звезда. Вот он, звезда. Вот два звезда, ты что думаешь? Какая, блядь, это ряха, блядь. Я хочу устроиться к вам на работу. Возьмите меня на работу. Я прошу. Я прошу, возьмите. Заебали. Возьмите меня. А по какому критерию вы будете меня вычислять? Выложишь на YouTube, я тебя забаню там, нахуй. Может быть, пойдемте в баню? Потом, да позже. Я люблю помогать людям. Скажи свою козырную фразу, когда ты приходишь на работу, и что тебе говорят? Пожалуйста. Возьмите меня на работу. Нет, они прошу. Ты же спрашиваешь, что они мне говорят. Я вас прошу. Они отправьте говорят, пожалуйста, придите к нам на работу. А что ты хотел бы сказать той компании, которая в Мытищах находится в данную секунду? Они потеряли свою компанию, по большому счету. В Мытищах, дешевое винище, брюнетки и блондинки. Круче сотрудника у них просто никогда бы не было. Просто они такую тупость совершили, страшно.